Друзья мои, и снова всем привет. Ну что, решил я в очередной раз снять тест аккумулятора на электромоторе, насколько хватит, так скажем, ну, сделать такую маленькую покатухи, маленькие. Сегодня я буду тестировать уже другой аккумулятор. У меня пару лет назад, дело в том, что уже снимал ролик, ну, кто помнит, ну, может, это уже достаточно давно было. Там я тестировал аккумуляторы, которые были, ну, кислотники. У них маркировка какая-то там, АГМ, что-то такое. То есть они, вывозят глубокие разрядки, и, в принципе, тот аккумулятор у меня был тогда... Я катался на двух, то есть это было 80 ампер часов и 100 ампер часов, это были кислотники. Сейчас у меня уже абсолютно другой аккумулятор, тоже 100 ампер часов, это аккумулятор Хайба, как-то там Life Pro, что-то такое. Я не буду, ребята, вдаваться какие-то подробности, ссылку, конечно, на этот аккумулятор оставлю в описании, мало ли кому станет интересно. Вот. Ну и сейчас посмотрим, прокатимся, сколько времени, сколько километров он меня провезет. Сегодня такой ветреный денек. Кстати, в тот раз, когда я снимал там пару лет назад, мне тоже с погодой не повезло, потому что просто задувало всю дорогу, я шел против ветра, такой сильный шквалистый ветер был, то есть у меня скорость падала порой до 1,5 км/ч против ветра, то есть именно расстояние, пройденное на электромоторе, было, ну, неправильно, так скажем, отснято, потому что, ну, на 80-ке, ну, в режиме рыбалки, я проходил до этого до 18 км в спокойном заливе, то есть при хороших погодных условиях. Ну, а сейчас, ребят, поехали, в процессе все буду рассказывать свое какое-то видение. Так, сейчас мы включаем сперва навигацию, чтобы понимать, с какой скоростью мы идем. И, так, запишем трек. Так, трек пошел. Так что выгребаем, включаем двигатель и посмотрим. Ну, я думаю, что мне придется ехать долго, упорно. Вот, прокатимся. Водоем достаточно большой, сейчас нахожусь в поселке Озерки, отсюда можно хоть до Калининграда дойти, это порядка, 25 км, что ли. Ну, мы такое расстояние в любом случае не пройдем, и такое расстояние мы не пойдем с вами, ребят. Ладненько, запускаем, так, это включено, так, все подключено, включаем передачу и погнали. Кстати, взял с собой на всякий случай маленький бензиновый мотор, мало ли, ну, если вдруг не хватит, чтобы потом не маслать на веслах, больно не хочется. Хотя, в принципе, если недалеко, то может, ну, на всякий случай, короче говоря. Так что вот, ребят, погнали, сейчас посмотрим. Ну, кстати, на этом аккумуляторе моторчик порезвее идет. Сейчас мы идем против ветра, ветер сейчас такой, он порывы где-то сейчас, ну, до 10, может быть, чуть выше метров в секунду. Ну, прям, ребят, сегодня ночью был ураганище. Вот, я специально ждал сейчас обеда, когда по прогнозу ветер стихнет, чтобы выйти и, ну, прокатиться-то, в общем-то. Ну, сегодня ночью и вчера вообще просто вот у нас какой-то там опять с импортным названием ураган к нам пришел какой-то. Тут был какие-то ульрихи, тут уих какой-то. Ну, вы поняли. Непонятно, забыл. Вот. То есть скорость у меня пошибче идет. Идет он 5 км/ч, там 5 с небольшим. То на тех аккумуляторах, кислотниках, у меня он шел 4,8. Причем, ну, она одинаково на обеих кислотных аккумуляторах. То есть, ну, это, в принципе, небольшой там показатель, 0,2 км/ч. Ну, ребят, по воспоминаниям за прошлые аккумуляторы, предыдущий аккумулятор у меня прошел 80 ампер часов, у меня шел 2 часа 50 почти минут, где-то так вот, то есть на полном ходу, не выключая передачу практически. И сотка прошла 3 часа 20 минут тоже, то есть тоже на полном ходу. Посмотрим, сколько этот аккумулятор у нас прослужит. Ну, по крайней мере, здесь заявлено, что он допускает 3500 циклов, то есть разряда заряда, в отличие, ну, от кислотника. Кислотник у меня, я скажу, ну, тоже немало у меня, конечно, проходил. То есть это были достаточно большие расстояния, достаточно дальние. Я помню, кто смотрел, там у меня были такие путешествия на электромоторе по 60 км. То есть это было, ну, такое вот некоторое приключение, мини-отпуск такой, где я брал с собой генератор, на двух аккумуляторах шел. То есть сколько этих аккумуляторов хватало, то есть останавливался на ночлег, где-то какое-то место закидывал там фидера, что-то ловил, что-то там питался той же рыбой, которую поймал. И в тот же момент генератор в сторону носил, у меня заряжал эти аккумуляторы. Вот такое вот у меня было путешествие, ну, пару лет назад, ну, кто помнит, ну, в принципе, ссылочки оставлю на это путешествие в описании, там, на плейлист какой-то. Вот, и это было такое воспоминание прям шикарное. Это была весна, это, блин, прям, ну, уже скоро тоже весна не за горами. Сейчас у нас пока идет февраль. Сегодня 21 февраля, так что до весны осталось совсем чуть-чуть.
У нас потеплее, чем во многих регионах России. Льда у нас в этом году, к сожалению, с превеликому не было. Ну, как всегда, сами видели. Для меня, лично для меня спасение – это Якутия. Ладненько, ребят, погнали. В процессе что-то буду показывать, что-то рассказывать. Ехать далеко. Сейчас, так, смотрим по навигации. Так, надеюсь, что у меня навигация не прерывалась, пока телефон режим этот самый. Ну вот скорость также продолжает 5,2 км в час. Ну да, то есть это на 0,4, почти на полкилометра в час резвее, чем у меня ходили кислотники. Прямо, ну, вот прямо уже такая результат несколько другой. Также иду на 5-й на полной передаче. Так что ладненько, продолжаем, погнали. Ну что, друзья, пока шел ветер, был немножко в бок, ну не совсем против. Сейчас вот иду пока против ветра, скорость упала до 4,5-4,4 км в час. Но сейчас вот я иду чисто против ветра, сейчас дальше войду в каналчик, там немножко буду спрятан, скорость немножко моя увеличится. Прошел уже 1,5 км, в принципе ничего не меняется, вольтаж на аккумуляторе такой же. Да, также 12,7, как и было. Ну, пока идем, кайфуем. Значит, что, ребят, блин, не знаю, слышно меня толком или нет, ветер задувает, не знаю, надо как-то так микрофон поставить. Что по электромотору, мне тогда много спрашивали, там, да, подробно не рассказал. Мотор у меня, значит, этот Flower 33 LBS, то есть его мощность. Купил его когда-то достаточно давно на Авито, долго-долго ловил объявление за 5000 рублей. То есть, ну это, блин, я не знаю, 5 лет назад, может, я уже даже не помню. То есть, моторчик, в принципе, исправно служит. Единственное, сейчас вот он 2 года пролежал, я подключил, но он не сразу запустился, что-то он начал как будто что-то гудеть, винт не включался. Короче, раскачал, причем винт при этом не заклинил, ничего, крутился свободно. Вот, ну, потихонечку он раскачался, начал работать. Единственное, что я по нему заметил, ну, пробег-то у него получился не слабый, у меня, я прям пару сезонов прямо долбил его конкретно, то есть это у меня были рыбалки и по заливу, и попадал я в такие шторма, помнится, даже было... Когда я выгребал на нем против ветра, волна в заливе, но это было что-то с чем-то, скорость была едва-едва километров в час. Но тем не менее, он меня кое-как вывозил, кое-как справлялся. То есть это достаточно такой бюджетный мотор, я даже не знаю, не смотрел, сколько они сейчас стоят, там новые там или вообще. Ну, в принципе, я даже помню, смотрел, тогда новый что-то стоил в те времена около 11, что ли, тысяч, что-то такое. Вот я его за пятачок забрал, лет 13, ну, смутно уже помню, это было уже достаточно давно. Вот. Что у него, значит, за это время по минусам? Конечно, его там чуть-чуть втулочки уже подносились. Из-за этого у меня, кстати, было, что я начал замечать, что немножко быстрее начал садиться аккумулятор, потому что все-таки, ну, видно уже износ по втулкам в самом электромоторе. То есть люфты лишь дополнительные, короче говоря, появились. Ну, напомню, ребят, очень я много на нем ходил, прямо... Не знаю, весь залив вдоль и поперек, и так, короче говоря, достаточно большой пробег. А потом, что у него из минусов еще, то, что выполнены, ну, все резьбовые части, то есть эти парашки, они все сделаны из обычных, короче говоря, черных болтов. Такие, как правило, вещи во всей водно-моторной технике должны делаться с нержавейки. Все это сейчас уже толком не откручивается, где-то что-то подржавело. Причем это не то, что он 2 года валялся. То есть до этого были те же самые проблемы. То есть надо регулярно эти винты чем-то смазывать. Ну, вот реально вот ржавчина на всех этих барашках. То есть я вон верхний упорный сегодня откручивал реально пассатижами. Так что это, в принципе, один из его единственных, наверное, минусов этого мотора. Ну, в остальном все работает нормально. Единственное, да, минус здесь все-таки лодка как бы бублик. И получается, мотор находится за... Ну, транится достаточно далеко от тебя. И идти надо как бы вот, ну, на вытянутой руке. Это, конечно, очень не очень комфортно. Но
Я когда ходил вот на такой дальнобой, это на 60 километров, я сюда насаживал просто какую-то там ПВХ-шную трубу, чтобы вот так вот хотя бы сидеть нормально. Ну, что вот так вот замучаешься, честно говоря, на вытянутой руке. Я помню, у меня был до этого, очень давно был Минкота, у него румпель был телескопический, то есть он вытягивался, это было гораздо удобнее. На трансовой лодке, если с обычным трансом, то есть, в принципе, этой проблемы нет, потому что транец к вам гораздо ближе, то есть гораздо будет покомфортнее ходить. Вот. Ну, здесь это как бы такая небольшая проблема. Ну, конечно, этот мотор не создан там для дальних там каких-то путешествий, поэтому, как правило, это в любом случае на какой-то либо какой-то как троллинговый мотор, либо как ну, какие-то короткие перебежки на какие-то не длительные рыбалки, то есть не дальнобойные, так скажем. Знаете, этот мотор у меня даже ставил я на свою, когда у меня еще была казанка. То есть, в принципе, он ее вывозил даже до 4 км в час. Ну, постепенно раскочегаривался. То есть, ну, когда в заливе уже волна поднималась, там ветерок, то есть нос против ветра поставить было просто невозможно. Она тянет, пытается, но нос все равно лодки выворачивает, и она идет вдоль волны, либо по волне. То есть против ветра она вообще никак не ехала, эта казанка. Но, тем не менее, даже по речкам все равно можно было передвигаться. Ну, ставил я его почему на казанку? Цель была такая. То есть, когда ты ловишь, ну, определенный, там, есть какой-то, там, несколько мест с каким-то рельефом, ну, в заливе. И так, чтобы четко на него встать, я становился на растяжке, то есть носовой якорь кидал, растягивался, потом подруливал к этому рельефу уже на электромоторе и кидал второй якорь. Как бы для облова этого рельефа это было, ну, гораздо лучше, чем становиться на одном якоре. Дело в том, что казанка, вообще все железяки страдают, железяки, там, пластиковые лодки, ну, кроме рибов, конечно, рибов меньше. Когда ты становишься на носовой якорь, у тебя постоянно вот это вращение, у тебя, блин, корма чуть ли не на 180 градусов, и когда уже бывает в лодке там, даже втроем ловишь, ты можешь кинуть с одного борта, да, спиннинг, ну, в смысле, приманку забросить, и пока ты делаешь проводку, ты уже можешь уже с другого ее вываживать, потому что, когда ветер, волна, у тебя постоянно вот это вот вращение, я заметил, что, ну, как бы, в принципе, всем кастрюлям, там, пластикам это все присуще. Вот у рибов поменьше вот такого, вот, потому что риб все-таки баллонами прилипает уже к воде. Ну, нет этого такого вращения, если якорится с носа, вот сколько наблюдаю. И такого вращения у рибов я не наблюдал. Да, у меня тоже когда-то был риб, в принципе, я даже не помню этих проблем. Как, например, когда я столкнулся уже с казанкой и как сейчас у меня там этот вельбот алюминиевый. То есть, такие вот моменты. Ну, а так моторчик что служит? Работает и работает, что ему еще надо? То есть мотор это в большей мере покупался, знаете, так, ну, ловить на те же кружки очень удобно, ребят, чем на веслах, потому что, знаете, когда ставишь кружки, например, даже сейчас покажу, вот ставишь кружки, например, на веслах, у тебя ветер дует, тебя сносит, чтобы надо, ну, кружок желательно все-таки четко выставить, потому что я кружок делаю обычно, как правило, их не плавающими, а гружу со дна. И так, чтобы четко выставить, чтобы леска не была под каким-то углом, то есть я просто вот против ветра включаю, там, например, заднюю передачу, вот, становлюсь. И все, у тебя, вот он включил передачу, там, четко выставил, чтобы тебя не несло, первую передачу назад. Выставляешь, как тебе надо, раз увидел, понесло, раз сбросил, тебя ветром опять. И ты гораздо комфортнее, чем весло, кружок, и, ну, это, конечно, не так удобно, нежели, ну, с электромотором, поэтому я на кружке любитель половить, очень для меня такая интересная рыбалка летом, там, ближе к осени. Поэтому этот мотор, ребята, лежит у меня в большей мере, чтобы ловить на кружки. И просто провалялся, у меня не было аккумулятора, и все, я не мог определиться с этим аккумулятором. Сейчас у меня появился вот этот Хайба, и я как бы, ну, будем надеяться, что я им буду доволен, и что он достаточно долго прослужит. И, кстати, про кислотники я забыл сказать, по-моему, да. Они прослужили всего-навсего 4 года. То есть много было достаточно, не знаю, не считал, сколько там циклов разряда, заряда. Ну, высаживал я его постоянно в ноль. То есть если обычный какой-то аккумулятор, там, я не понимаю, там, них, ну, обычный кислотник, да, вот не АГМ, допустим, то он умрет гораздо быстрее. То есть обычные аккумуляторы, они автомобильные, которые пусковые, хотя вот эти АГМ, они тоже как пусковые использовал. Они у меня, помимо этого, в машине у меня стоял этот аккумулятор, как пусковой на лодке стоял какое-то время, достаточно длительное, ну, на казанке, чтобы, ну, Меркурий заводить.
Вот, ну, как бы они, как пусковой, в принципе, эти АГМ, они, я считаю, идеальны. Но как и для электромотора, я думаю, что вот такой будет гораздо лучше. Надо сейчас даже посмотреть. Так, что там у нас? Прошел я уже 2,2 километра. Скорость, в принципе, та же самая. Чуть-чуть вот ветерок начинает поддувать, чуть-чуть падает. Вот так, сейчас, вот, чтобы видно было. Вот, 5 километров в час, 4,95. Ну, все от порывов ветра, потому что бывает... поддувает. Надеюсь, что, блин, в микрофоне меня хоть как-то слыхать, пока вот иду против ветра. Ну, я хочу вот просто так прокатиться по таким красивым достаточно местам. Местам здесь летом, блин, ребята, потрясающие виды. Вообще красотень полнейшая. Вот. Ну, в принципе, иду я 28 минут. У меня время забыл засечь. Потом примерно прикинул, что 12.05. У меня хорошо, что вот трек включил на запись и время показывается. То есть вот за 28 минут я прошел, ну, 2,3 километра. Еще, ребята, что хотел подметить, если вы там планируете себе приобретать электромотор как основной, я бы не рекомендовал этого делать. Все равно вот даже вот у меня там мой бензик, там тоха 3,5 лошади, конечно же, вывозит он гораздо больше, то есть у него и скорость гораздо выше, то есть тоха уже идет порядка там 10 км в час, обычная его скорость, но я даже эту лодку умудряюсь иногда поставить в глиссер. Скорость возрастает до 14 км в час, но проблема в том, что у лодки отсутствует киль, отсутствует нормальная слань, как бы, ну, просто у меня тут фанеры лежат. И, соответственно, частенько, ну, из-за того, что тоже прогибается корма, ну, сам транец прогибает ее, и нередко ловит воздушный пузырь, то есть, когда ты идешь, вылетает мотор из воды, ну, ловит пузыря, и поэтому я в глиссер практически на ее не ставлю, потому что это постоянно такая вот проблема, и еще плюс из-за этого, из-за того, что такой перепад нагрузок, часто срезает просто шпонку на винте, поэтому я вот даже сейчас ходил, ну, там 10 км в час, как бы оптимальная скорость. И, то есть даже на тохе 3,5 лошади на полном никогда, в общем-то, не хожу. То есть, если вы, ребят, рассматриваете себе уже лодку, ну, с нормальным трансом, допустим, если с паёлку, что я помню по паёлке, у меня было когда-то давно, еще достаточно 3,60 лодка паёльная, уже электромотор с трудом вывозил против ветра. Он, опять же, его курсом поставить ровно против достаточно сильного ветра было, ну, сложно. Его постоянно несло, тебя постоянно, ну, рыскала лодка. Это все-таки такие вот бублики лодки, они, ну, скользят по поверхности, они как бы и грибные, гораздо легче гребутся. Вот не знаю, что будет, например, если поставить ее на НДНД, не знаю, просто не пробовал, не тестировал. Ну, думаю, что НДНД все-таки у ней... как бы ватерлиния, так скажем, будет повыше, и, соответственно, примерно будет себя вести, ну, более-менее похоже на эту лодку. Но это не точно, я еще это дело не экспериментировал, поэтому на паёлку электромотор желательно, ну, может быть, даже чуть помощнее. Хотя в спокойных погодных условиях он нормально будет вывозить и этот минимальный. Просто больший мотор, это нужен больший аккумулятор, тоже надо понимать, что большую мощность крутить, больше запасов топлива, так скажем. Поэтому этот мотор, лучше электромотор вообще как таковой, рассматривать как вспомогательный, то есть на какие-то другие рыбалки, то есть бензиновые, там, например, если взять комплект себе ПВХ-шку там с каким-нибудь мотором там 9,9, допустим, но электромотор вот на такие рыбалки, как кружки, там еще какие-то, если вот недалеко отойти, то есть достаточно быстро все устанавливается, не надо там ничего заправлять, не надо что там прокачивать, заводить, прогревать. Включил и поехал. То есть в этом огромный плюс. Даже там переехать там 20 метров, включил, да поехал. То есть на весла не надо при этом садиться. В этом, конечно, на каких-то коротких рыбалках электромотора, блин, ну, очевидный плюс. А сейчас, блин, камера будет трястись, вся. Волна поднялась. Сейчас я вышел уже в озеро Пустое, так называемое, сколько мы, сразу начала немножко скорость падать, до 4,8 упала, 4,9, 4,8 прыгает скорость, но ветер немножко не совсем против носа, немножко в бок, ну, поэтому притормаживает, плюс волнишка. Ну что, друзья, иду я уже ровно час, прошел почти 5 километров, 4,98. Ну, пока, хочу, у нас там, вот, было 12,7, стало 12,6 вольта. Ну, пока иду уверенно, скорость получается
Сейчас просто вышел в речку, пошел по течению, поэтому чуть пошибче скорость, где-то 6,2 вот такая, ну, потому что здесь воды достаточно много, и течение, ну, сильнее, чем обычно. Сейчас иду пока по течению, но против ветра. Такая волнишка, не знаю, конечно, камеру, наверное, трясет капитально. Но я погнал дальше, посмотрим, насколько этого всего дела хватит. Пока мне нравится. Главное, грамотный аккумулятор. Ну, в общем, друзья, добрался я до озера Воронье. Прошел я 8,7 километра за 1:45. Озеро прям такое непривычное, оно как бы не кажется таким большим, там, в летний период. Здесь все такое заросшее, там кувшинки кругом. Здесь вот как бы немножко глубины идет, где-то 2 метра. Там дальше все в кувшинках, миляк. Но здесь нередко простреливала по льду хорошая щука. Ну, я думаю, пора нам разворачиваться и двигаться в обратном направлении, чтобы уже батарейки хватило. По моим подсчетам, ну, по идее, должно на обратный путь хватить, по идее. Но это не точно. Я еще это дело не проверял, поэтому разворачиваемся и погнали назад. Сейчас скорость на порядок упадет, потому что по речке пойду уже против течения. Так что скорость будет порядка 4 км в час, такая 4,5 максимум. Так что сюда-то я долетел быстро, потому что где-то и 6,8 по течению, когда порыв ветра стихал, где-то 6,7-6,8 была скорость. Сейчас, конечно, будет помедленнее и подольше, соответственно. Ну и как раз все это дело протестируем до конца, так что погнали дальше. Ну вот, друзья, уже 2 часа пути, прошел 9,7 километров, сейчас скорость у меня заметно упала до 3-3,5 км в час, иду сейчас против течения, то есть сюда я шел по течению 6 км в час, сейчас 3 км в час, то есть, грубо говоря, скорость в 2 раза ниже. Ну, для реки Приголь это достаточно сильное течение, обычно оно гораздо меньше, потому что, ну, сейчас воды очень много, тем более сейчас нагонные ветра были прям ураганные тут несколько дней, это был, конечно, тут трындец. Ну, продолжаем наше движение, продолжаем, пока иду уверенно, аккумулятор, сейчас скажу, пока показывает 12,6 вольта, то есть пока не видно, чтобы он там разряжался, идет он вполне исправно, вполне уверенно, ну, тянет. Что, продолжаем. Надеюсь, что до машины хватит, а будет уже хороший успех, если до машины хватит. Ну, в общем, друзья, в пути я уже 3 часа 12 минут, прошел 14 с копеечками километров. Он не собирается садиться, если уже кислотная сотка уже к этому времени начинала потихонечку задыхаться, то есть она всего прошла где-то 3:20, 3 часа 20 минут. Здесь я пока иду уверенно, вон сейчас опять, ну, прошел по речке против течения, скорость была 3,5 до 4, не больше. Ну, вообще, в основном 3,5. Сейчас повернул обратно в озеро, ну, еще сходил до холмов, прогулялся, посмотрел, вернулся по течению опять была скорость за 6. Сейчас вот иду, пятерочка железная, то есть уже, ну, здесь уже течения нет никакого. То есть еду себе, характеристики не меняются. Ну-ка, сколько у нас там? Ну, уже немножко значительно быстрее начал вольтаж падать. Сейчас 12,2 показывает, потому что он долгое время пробыл на 12,5. Долго сперва был на 12,6 долго, потом на 12,5 долго. А сейчас чуть-чуть побыстрее. 12,4, 12,3, 12,2. То есть чуть-чуть побыстрее, значит, уже по идее скоро он начнет разряжаться полностью. Сейчас идти, вот сейчас как раз по ветерку хорошо. Немножко даже подмерз, ребят, что-то слабенько оделся. Штаны-то летние, ё-моё. Ну, такие они, такие осенние, наверное, такие на раннюю осень, так скажем. Немножко так уже начал подмерзать. Так что, друзья, единственный минус я подметил, единственный, что я не взял с собой термос с чаем. Пока я больше минусов не вижу, я, в общем-то, этим аккумулятором доволен. Мало того, что я здесь убиваю двух зайцев по той причине, что
Это бывает, знаете, там на несколько дней едешь на рыбалку, особенно там, ну, осенний, зимний период, когда дни короткие. И у меня вечно не хватает для съемки аккумуляторов. То есть вечно питание у меня дефицит. То есть это когда там палатку надо осветить, свет надо поярче для съемки где-то. То есть и ну, расход достаточно большой. То есть в этом моменте я убиваю двух зайцев. То есть и питание мне теперь на любые поездки вот так хватит электричества. И плюс еще электромотор, который я буду в основном эксплуатировать уже летом для уже ну, рыбалки на кружки. Ну, может, еще даже такие рыбалки короткие в залив выскочить куда-то там недалеко. Тоже лучше брать электромотор. То есть, ну, в процессе уже буду посмотреть. Но этот аккумулятор мне как бы и еще третий будет заяц. Но это уже позже в одном из следующих роликов расскажу. А, ну все, друзья, мотор заглох. Сейчас будем подводить кое-какое резюме. Значит, прошел я ровно 3 часа 50 минут на полном ходу. Короче говоря, до самого последнего момента скорость даже почти не терялась. Только уже, когда начал показывать там что-то 11 вольт, меньше. Скорость по чуть-чуть упала буквально на полкилометра в час. То есть я здесь шел уже где-то 4,5 вот так, километра в час. И потом он резко-резко после 10 примерно вольт просто выключился и все. Причем некоторое время он еще крутился, уже табло не горело. Ну, где-то с минуту, наверное, он еще работал. Ну, по крайней мере, меня мотор довез почти до машины. Прошел я за это время 17,5 километров. Считаю это вполне неплохим результатом. То есть, и прошел он больше кислотника по времени, считаю, 3,20, это 3,50 на полчаса. Вот. Ну, ребят, в режиме рыбалки, конечно же, вам этого аккумулятора хватит. Во! Мало того, что он еще оборудован USB-портами, подзаряжать какие-то гаджеты, что-то там такое, вот, это для меня огромный плюс. То есть я, честно говоря, результатом доволен. Я все думал, что будет как-то похуже. Нифига себе, даже чуть-чуть постоял и опять заработал. Но это, я думаю, ненадолго. То есть, ребята, если что, в режиме рыбалки уж не постоянно ходите полным ходом. Я, честно говоря, хорошо, что я не удумал снять тест какой-нибудь четвертой, третьей передачи. Мне кажется, я бы совсем-совсем замучился. Вон опять масла это 9, вот 9,5 вольта, и он опять отключился. Ну, в общем, все, друзья, поехал я на берег. Надо помыть хоть лодку после последней рыбалки, она вся вон чумазая. Как всегда, всем желаю здоровья, всем ни хвоста, ни чешуи пожизненно. Ну и до новых встреч на водоеме, все, всем пока-пока.